Государственная программа «Молодежь – наше будущее» сегодня находит свое практическое воплощение. Мероприятие, посвященное созданию условий для активного вовлечения молодого поколения в бизнес, обучение его востребованным на рынке труда специальностям и навыкам ведения предпринимательства, проходит и в регионах. Репортаж из Ферганской области. В рамках государственной программы «Ешлар» Келажагымыз плодотворной работы осуществляется в Ферганской области. В регионе планируется реализовать 2671 бизнес-проект. На эти цели будет выделено около 102 миллиардов 786 миллионов сумм. Около 83 миллиардов 784 миллионов сумм будут покрываться за счет кредитных средств областных банков. Успешная реализация этих проектов позволит организовать 8135 новых рабочих мест. В настоящее время вводится в эксплуатацию один за другим коворкинг-центры для молодых предпринимателей, трудовые гузары молодежи. На церемонии открытия одного из коворкинг-центров в Фергане присутствующих ознакомили с условиями, созданными для тех, чьи амбициозные цели связаны с открытием собственного дела. Начинающие предприниматели смогут реализовывать здесь свои бизнес-инициативы, стартапы, идеи и проекты, получать консультации, необходимые при разработке бизнес-планов, арендовать помещения и офисное оборудование, получать юридические, бухгалтерские и другие услуги. Кроме того, здесь имеются все условия для проведения конференций, семинаров и мастер-классов. В данном центре расположено кафе, где обстановка и освещение продуманы с учетом удобства для молодых предпринимателей. Они могут здесь встретиться и обсудить свои проекты. В процессе организации данного коворкинг-центра помощь и поддержку оказали местные власти, органы прокуратуры и ряд партнерских организаций. Важно, что при создании этого коворкинг-центра была предусмотрена отдельная комната для оказания юридических консультаций, которые также можно будет получить в режиме онлайн. Наша цель – мотивировать молодежь к занятию предпринимательством, активизировать ее инициативы в этом направлении, помочь обрести уверенность в собственных силах. Полным ходом идет строительство и ввод в эксплуатацию трудовых гузаров молодежи в Алтарыкском, Риштанском, Дангаринском районах и городе Коканд. В рамках данной программы молодежи оказывается помощь в получении кредитов, трудоустройстве. Это послужило для меня стимулом к открытию собственного дела. Планирую наладить производство трикотажных изделий. В соответствии с программой, в целях создания трудовых гузаров молодежи был сформирован список из 200 пустующих зданий и земельных участков. В Риштанском районе работа в данном направлении ведется в соответствии с четким планом. Нам предоставили место и выделили кредит в размере более 23 миллионов сумм. Мы уже закупили все необходимое оборудование. В настоящее время у нас 5 работниц. В дальнейшем планируем расширение производства. Также в целях создания в 19 районах и городах дополнительного 131 трудового гузара молодежи были выделены здания и земельные участки, привлечены активные предприниматели. 40 трудовых гузаров молодежи уже начали функционировать. В результате трудоустроено 429 молодых людей до 30 лет. Не стал исключением и Коканд. Мы выпускаем детскую одежду, обеспечили рабочими местами 10 молодых людей. Планируем расширение производства, для чего уже разрабатываем соответствующий бизнес-проект. В эти дни ведется работа по строительству и оснащению по одному трудовому гузару молодежи в Коканде, Кувайса и Багдадском районе, по два в Дангаринском, Ташлакском, Ферганском, Йозьевонском районах и Фергане. В Куштыпинском, Бишарыкском районах их будет по 3, в Бувайдинском районе 4, в Маргилане и Фуркатском районе по 5, а в Алтайрыкском районе 7 таких объектов. В нашем районе 69 махалей. Хотим открыть филиалы трудовых гузаров молодежи в каждой из них. Выделенные в настоящее время кредитные средства позволили нам начать их строительство в 5 махалях. Аналогичная работа ведется во всех городах и районах Андижанской области. К примеру, молодой предприниматель Хусейндин Давлатбеков строит такой объект в махале Чуджа Шахриханского района. Проект стоимостью 2 миллиарда сумм предусматривает строительство ряда магазинов и сервисных центров. В результате реализации нашего проекта будут трудоустроены 30 человек. В 2019 году хотим увеличить число таких объектов до 10. К концу текущего года в районе появится 4 трудовых гузара молодежи. При условии своевременной реализации проектов будет создано 100 новых рабочих мест. Не остаются в стране и активисты Союза молодежи Шхирханского района. Территория с каждым днем благоустраивается. Улица Чуджа, где находится здание гузара, нуждается в ремонте. Предприниматель Хусейндин Давлатбеков вызвался отремонтировать дорогу длиной 1 километр. Приводится в порядок и протекающие здесь арыки. Так, одна полезная инициатива становится связующим звеном в целой цепочке благих дел.